Здравствуйте. Второй день подряд рубль укрепляется. А все потому, что стоимость нефти стоит на отметке $45 за баррель. Сегодня днем наметился небольшой спад, но вряд ли черное золото в ближайшее время резко упадет в цене. В результате на 10 августа Центробанк установил курс доллара США на отметке 64 рубля 78 копеек. Курс евро 71 рубль 75 копеек. Золото стоит 2782 рубля, серебро 41 рубль 14 копеек за грамм. Больше, конечно, пока радует курс доллара Тайвань. Всего 2 рубля 6 копеек. А в самарских банках сегодня дешевле всего доллар покупали за 63 рубля 72 копейки, дороже всего продавали за 68 рублей 48 копеек. Центробанк заявил о завершении рецессии в экономике. Стране обещают подъем. Медленный, но верный. Российские рестораны собираются применить антикризисные меры, откажутся от Wi-Fi, чтобы клиенты больше ели и меньше пользовались гаджетами. А в Самарской области продолжают дешеветь овощи. На этом все. Удачи в делах!